И начинается, и да начнется матч Каса против Зеста. Я не предвспоминаю, когда вообще последний раз, в принципе, Кас мог с игроком такого уровня пересечься на каком-либо турнире. На лане, конечно же, это, я думаю, это было очень-очень-очень давно. Но, тем не менее, это уже вторая карта. Карта Буревестник. Давайте смотреть. В левом углу Зест, в правом Кас. Хотелось бы, конечно, увидеть более надежную игру от Каса в его исполнении и хорошую разведку, потому что непонимание, что когда делает противник, это самое сложное для тирана. То есть тебя Протосс гипотетически может убить практически любой атакой. Если только ты не играешь прям в супер дефенс от всего, но если Протосс это увидит, он будет халявить. Конечно же, нужно с ним как-то бороться. Какая жесть. По-моему, мой донат сломался, ребят. Крис Виктор, спасибо. Ребят, мы игру сегодня посмотрим. Thank you so much. Фу. Обсервер.08 поддержал ваш канал на 50 рублей. Да господи. Сообщает. Хай, большая квартира на связи. Как поживаете? Сегодня проверили пространство в коттедже и ждем воскресенья. Надеюсь на твой приезд в Питер. Я тоже надеюсь. Спасибо, обсервер. Так, Крис Виктор, извини, в перерывчике послушаем сообщение. Все, ребят, давайте игру смотреть. У Зеста билд, который он подглядел у моего ученика Гомера, который подглядел его у корейского игрока MC на одном из последних турниров, на которых вообще MC выступал. Кстати, MC в очередной раз женился. Недавно показывал фотку в Твиттере. Ну, это сложно. Это сложно. Если Кас не увидит этого, отбить это нереально. Если он увидит это на стадии зарождения, когда стратегия только-только формируется, пока еще гейт строится, шансы есть. Есть вероятность убить хоть как-то пион, вывести рабов или что-то придумать. Или, может быть, построить бункер прямо на входе. Красавчик! Просто красавчик. Хотя, возможно, возможно, но это не точно. Зест в предыдущей игре исполнял либо то же самое, либо что-то подобное. Приехала пробка. Неужели это для батареек? Неужели это действительно для быстрых батареек? Касу приходится реагировать на это бункером. Других вариантов пока что нету. Стенка на случай, чтобы сталкеры адепты не гуляли у него по мейну. И, конечно же, быстрый циклон. Это единственное, что может его сильно спасти. Хотя, и знаете, танк на возвышенности тоже было бы неплохим решением. Но Касу главное дожить до бункера. Все, отлично. Базу можно спокойно достраивать. Отменять ее сейчас ни в коем случае не стоит. Зест заказывает роботик с под базой, вау. Это сильное решение, причем продолжение может быть абсолютно любым. Это могут быть либо призма с передропом на мейн, или просто 5 гейтов. Зачем 5? Почему не 4? Ведь сталкеры и адепты довольно дорогие юниты с одной локации, если он, конечно, не собирается зилотами забивать противника до смерти. Но Зест уже бустит варп, причем очень активно. Сталкер стоит только один на входе, и Кас только что. Он не видел Нексуса. Он не видел базы. Он не знает, что у Протосса нету базы. Он даже не знает, что Протосс делает с этим гейтом под базой у него. И это большая проблема. Либо придется выводить КСМ-ку и чекать, либо жертвовать рипером, запрыгивать на мейн. Хотя почему жертвовать? Можно пробежать мимо адепта. Это не так уж и сложно. Циклон. Ох, сейчас Кас удивится. Знаете, вспоминается как раз предыдущий Nation Wars. Когда сборная Тайваня чизила сборную России. Да, это призма со сталкерами. Вот так вот можно быстро убить тирана. Фокус призмы, к сожалению, не удался. Вижен на мгновение пропал. Здесь был туман войны. Естественно, приходится окружать сталкеров. Форсфилд. О-о-о-о-о! Но это Зест, ребята. Зест так может. Так он не может проехать. У него не хватает дальности активации обилки. Он фоксит адепта, и адепт телепортируется. Но адепт при этом он продолжает стрелять на таком расстоянии. Танк очень круто защищен за своими зданиями. Добраться до него будет очень тяжело Зесту. Крутая стратегия, крутая. Тут Зест царствует, как у себя дома.
Так он вычинивается. Есть викинг. Его, скорее всего, придется сажать, потому что призму убить будет очень тяжело. И если это в первый раз не получилось, то до варпов будет упраться все больше и больше. Еще один форс-филд. Телепорт за спину. Нет, отмена. Решил не рисковать ЗС, сохранил войска рядом. Пока жива призма, зачем уменьшать свой боевой лимит? Можно продолжать спокойно варпить, копить десбол. Сложно сейчас касса, очень сложно. Адепты пошли уже на вторую локацию. И за ними придется, конечно же, бежать. Хотя, как вариант, можно на них забить, КСМ посадить в бункер и саплай поднять наверх. Единственная нормальная опция. Оу! По-моему, сейчас танки больше урона нанесли, чем адепты. Жестко чизит Зест. Он все-таки выходит в Нексус. Он уже получил очень неоспоримое преимущество, но без либо ножек с делкам, либо без имов, ему очень сложно пробиться через эти танки. Слишком они в хорошей позиции находятся. Зест продолжает пушить. Танк на ХГ. Форсфилд на рампу. Теперь уже даже во вторую локацию будет спуститься очень непросто. Я бы даже сказал, почти нереально. Дальность у танков шикарная. Зест опять телепортируется в экономику. Как же страдают КСМы. Тут уже база пробита наполовину. Ножки Дарковня. Только не ЦЦ, Кас. Только не ЦЦ. Это уже вторая база, которая не улетает от потенциальной смерти за сегодня. Против Соло и против Зеста. Но он борется, конечно, пытается, хочет что-то сделать. Были бы даже хотя бы эти Марины со стимпаком, в принципе, Зеста можно было бы отсюда легко прогнать. Но он очень поздно увидел роба под базой. Очень-очень поздно. Красиво демонстрируется призма с интрой, которая постоянно включает и выключает гвардин, как будто. Блин, прикиньте, если бы гвардин шилд работал бы в центре, если бы она находилась в призме. И призма бы летала и давала бы гвардин. Но это было бы, наверное, очень круто. И приходят дарки с одного командного центра. Саплай, он заметил дарка. Молодец, красавчик. Этот сапой какой-то очень темный. ГГ. 2-0 в пользу Зеста. Кореец беспощаден. Просто беспощаден. Фу-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Так, теперь нужно передохнуть морально. И сыграть игру против Су. Софик поддержал ваш канал на 50. Погнали. Зерк лучший. Хочу передать привет всему чатику. Вы лучшие коммунити лучшего стримера. Боже, ну захвалил. Спасибо, Саврик. После Home Story, кстати, мы с тобой свяжемся, по-моему, что-то мы там обсудить хотели. На следующей неделе я буду доступен со 2 числа. Ну, с 1. 1 числа буду отдыхать, а со 2 я уже буду живой. Ох, классный ивент. Очень классный. Причем, что главное, у Касса, ну, есть потенциал, чтобы контрить все эти стратегии. То есть он не раз с ними сталкивался, он много раз их видел там и на ладе, и на разных турнирах, и от других игроков, и так далее. Но чтобы быть готовым ко всему, нужно увидеть, что делает противник. Это невозможно законтрить что-то, не зная, чем он будет на тебя нападать. Это главная его проблема. Основная. Основная и главная. Фух. Все, мгновение передышки. Давайте немножко расслабимся перед следующей игрой. Посмотрим какой-нибудь мувик. ЦМЦМ поддержал ваш канал на 50 рублей и сообщает.
Ползу и случаем рекламирую свои стримы на всех площадках. Кстати, недавно заходил в старик, меня раскатал бот. Сочувствую, Сэм. Так, все, друзья, релакс до следующей игры. Ждем Кас против Су.